вечер, мои хорошие. Добрый, добрый. Приятного аппетита вам. Фу. Что это ты такое принесла? Опять каша. Я уже не ребенок давно. Принесите мне нормальную еду. Вы что, все это едите? Фу, беззубые старики. Я не буду это есть. Медсестра, эй, как тебя там? Забери это, я не буду это есть. Мисс Елизавета, не надо так кричать. Давайте я вам помогу. Давайте возьмем несколько ложек, а то вы останетесь голодной до самого вечера. Лучше остаться голодной, чем есть эту вашу кашу. О, это очень вкусная и полезная каша. В вашем возрасте? Что? В моем возрасте? Между прочим, мне всего лишь 83 года. И я буду помоложе многих из них. И вообще я буду жаловаться, что ты меня старухой обозвала. Мисс Елизавета, но я вас не обзывала. Ой, доктор, 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 помогите, сердце. Так, ну ой, что тут у вас? Ой. Наша мисс Елизавета опять не хочет есть? Ну что же вы так? Давайте, я вам помогу. Давайте. Мисс Елизавета. Только одну ложечку, доктор. И только ради вас. Ну вот, а вы не хотели. Сейчас подкрепитесь и пойдете в вашу комнату. Потому что там к нам детки едут. А вы побудете в комнате, будете готовиться. Лена, отведи ее в ее комнату. А я попозже приду, измеряю вам давление. Хорошо, не доктор. Надо меня никуда отводить. Я и сама могу дойти. Отведи, отведи. Хорошо, доктор. Давайте, мисс Елизавета, я вам помогу. Пожалуйста. Ой. Потихонечку, потихонечку мы пройдем с вами. Вот так. В вашу комнату. Вот, молодец, мисс Елизавета. Вы просто умница. Вот, усаживайтесь, пожалуйста. Давайте я вас укрою, чтоб вам было тепло и уютненько. Мисс Елизавета, может, вам книжку вашу любимую подать? Ой, иди ты уже! Дай мне побыть одной. А книжку, да, давай, давай сюда книжку мою. Мисс Елизавета, ну что же вы такая недовольная? Я знаю, это, наверное, потому что вам скучно. А вы знаете, у меня для вас есть замечательная новость. Здесь, неподалеку от вашей комнаты, недавно заселили одну замечательную бабушку. Она очень добрая. Я вас обязательно познакомлю. Вы станете соседки, подружки. Не надо меня ни с кем знакомить. Мне одной хорошо. Не надо меня ни с кем знакомить. Мне и одной хорошо. Ох, и денек сегодня. Что такое? Просто нету сил. Это мисс Елизавета. Просто тебе словами не передать. Все, надо выпить чаю. Успокоительного. Как ты ее терпишь, эту старушку, я просто не представляю. Ты что, серьезно? Серьезно. Нормальная бабуленька. Ну да, иногда с характером ведет себя не очень хорошо. Но ее можно понять. Она прожила нелегкую жизнь, да и сейчас ей не совсем легко, и очень одиноко и грустно. Можно подумать, что здесь всем легко. Здесь все так, по такой причине попали, всем тяжело и сложно было, поэтому так получилось. Садись, расскажу тебе.
О, у нас как раз есть немного времени, пока наши старички отдыхают. Наша мисс Елизавета не всегда была ворчливой старухой. Серьезно? Когда-то, давно-давно, она жила маленькой веселой девочкой в счастливой семье вместе с мамой и папой, ее младшей сестренкой. Родилась она в 1936 году в семье фермера. Мама была учительницей и уделяла много времени, уча своих девочек еще с раннего возраста читать и писать. Родители работали тяжело, чтобы у детей было все. Сестрички еще с ранних лет помогали папе и маме с животными на ферме. Но, к сожалению, эти счастливые годы были недолгими. Что же случиться могло? Началась Вторая мировая война. Отца забрали на фронт, а девочки остались с мамой. Нелегко им было, но спустя 2 года мама сильно заболела и слегла. Ферму забрали, и пока мама лежала в больнице, девочки жили у дальних родственников, но те жили очень бедно и еле могли прокормить и своих детей. Девочки приходили к окнам больницы каждый день, но мама не выздоравливала. Однажды, перед самым Рождеством, на улице был сильный мороз и шел снег. Замерзшие девочки сидели у окон больницы на скамейке, прижавшись друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Их увидел полицейский. И что же случилось? И отвел их в детский дом. И вскоре так случилось, что ихняя мама умерла. Девочек разлучили. И все, что осталось у Елизаветы, это старая фотография ее семьи. А что же было дальше? Ты знаешь? Да. А дальше была жизнь. Сначала нелегкая жизнь в детском доме. Потом учеба, работа, замужество. Елизавета часто вспоминала свое детство, проведенное на ферме. Она очень любила животных. И это, кстати, даже повлияло на выбор ее профессии. И кем же она стала? Она стала ветеринаром. К сожалению, в семейной жизни ей тоже не повезло. Ее муж оказался злым человеком. Как грустно. Он часто пил и обижал Елизавету и их 3 детей. Чтобы избегать постоянных конфликтов, Елизавета уходила домой, на работу, из дому и проводила там много времени. Дети привыкли, что мамы нет дома, и устраивали свою жизнь сами. Когда дети выросли, а Елизавета состарилась, они просто привезли ее в дом престарелых и оставили ее здесь. Правда, очень грустная история. Ой, как мы с тобой засиделись. Пора работать. Скоро приедут к нашим дедушкам и бабушкам детки с поместной церкви. Они будут раздавать подарки, петь песни рождественские, рассказывать о рождении Иисуса Христа. Сходи, пожалуйста, к нашей новенькой, посмотри, или ей ничего не надо. А я зайду к нашей Елизавете. Ой, ты знаешь... А я вообще-то и не верю в эту историю про Библию. Мне кажется, это все несерьезно, это все выдумано. Для меня Рождество – это елка, подарки под елкой, Санта-Клаус, мандарины. И вообще вот эти все песни, все вот эти вот веселья, ну, мне как-то не очень. Ну, пускай приходят, пускай наши старички порадуются, и нам будет весело с тобой. Господи, еще одна душа не знает Тебя. Еще одно сердце нуждается в Тебе. Дорогой Господь, подари ей встречу с Тобою в эти рождественские праздники. Где же мои очки? Ой. Вечно эти медсестры придут, убирают тут все. Положат, я ничего потом не могу найти. Я люблю, чтобы мои очки лежали в этой книжке. А, вон они.
на тумбочке. Ой. Вот и Рождество пришло. Как же быстро летят дни. Да что там дни? И годы пролетели, и десятилетия. Как один миг. Вот этой фотографии уже 76 лет. Мы такие здесь маленькие. Я эту надпись знаю наизусть, но все равно перечитываю каждый раз, когда беру фотографию в руки. Для Елизаветы и Анны 25 августа 1940 года. Помните, что мы вас очень любим, мама и папа. Мы здесь такие маленькие. Мне здесь 4 годика, а моей сестричке 2. А уже и старость пришла. Где мои светлые волосы и хорошие глазки? Не читать не могу уже без очков, ни людей толком разглядеть. Где же ты, моя сестричка? Жива ли еще? Мисс Елизавета, что вы здесь грустите? Смотрите, что я вам принесла. Какая красивая елка. Смотрите, как огоньки мерцают. Сейчас у вас будет в комнате празднично и уютно. Убери это ужасное мерцающее недоразумение. У меня сейчас давление поднимется от него. Ну что вы такое говорите? Это же просто огоньки. Но если вы не хотите, чтобы они мерцали, я выключу, чтобы они просто горели. Выключи. Можешь оставить, но выключи. Ну хорошо, как иди, пожелаете. Дай мне побыть одной. Хорошо. А что это у вас? Покажите. Нет, не покажу. Бедная старушка. Опять плачет над своими старыми фотографиями. Дорогой Господь, побуди ее детей. Пусть придут к ней в эти праздники. Пусть порадует ее старое грустное сердце. А более всего, прошу, помоги ей познать тебя. Да, красиво мерцают огоньки. Они мне напоминают нашу последнюю встречу с моей сестричкой. Это было как раз накануне Рождества в детском доме. Там также была елка, горели огоньки. А мы сидели с ней и разговаривали, даже не подозревая о том, что видимся в последний раз. Не плачь, моя маленькая сестричка, не плачь. Все будет хорошо. Ты же видела, какие красивые
дядя и тетя за тобой приехали. Ты видела, какая у них новая блестящая машина? Ты поедешь на ней в твой новый дом. Но я не хочу с ними ехать. Я хочу остаться здесь, с тобой. Анечка, у тебя будут новые мама и папа. Они подарят тебе много игрушек. А может быть, у тебя даже будет своя комната. Представь себе, ты будешь жить в большом доме, спать в большой, мягкой и теплой кроватке. И у тебя будут много-много игрушек. А еще ты можешь есть много вкусных конфет. А ты, Лиза, где ты будешь? Ты останешься здесь? Да, Анечка, я пока поживу здесь. Я буду ждать тебя в гости. Твоя новая мама сказала, что вы обязательно приедете к нам в детский дом и даже возьмете меня к себе в гости. Просто надо немножко подождать. Я очень хочу поехать в новый дом с моими новыми мамой и папой. Но я так не хочу уезжать без тебя. Да, я знаю, знаю, Анечка. Я тоже не хочу, чтобы ты уезжала без меня. Только так будет лучше, понимаешь? Я буду очень скучать. Да, я тоже буду скучать. Смотри, я тебе что-то покажу. Помнишь, мы с мамой, с папой ездили в город? Мы ходили в зоопарк и потом ели мороженое? Тогда мы сделали фотографию старшей семьи. Вот это наши мама и папа. Вот это я. А вот эта маленькая девочка, похожа на куклу. Это ты. Смотри, какая ты красивая. Это я такая маленькая и смешная. А наша мама такая красивая. А что это написано с обратной стороны? Для Лизаветы и Анны 25 августа 40-го года. Помните, что мы вас очень любим. Мама и папа. Мамой с папой сделали две такие фотографии. Одну мне и одну тебе. На, держи ее, только не потирай. Смотри, на твоей фотографии я еще нарисовала маленькое сердечко, чтобы ты помнила, я тебя тоже очень люблю. Я буду о тебе всегда помнить. Хорошо, я буду ее хранить. Я тоже тебя очень люблю. А мы скоро с тобой увидимся. Да, конечно. Твой новый папа сказал, что вы приедете к нам в детский дом на Новый год. А до всего-навсего 7 дней. Так что не плачь.
Мы скоро с тобой увидимся. Не плачь, ладно? Хорошо. Ах, вот они где. Ну что же вы прячетесь? Анечка, твои новые мама и папа готовы, вам пора ехать. Анечка, иди сюда, моя девочка. Нет, я не хочу, Весли, заехать. Ну не расстраивайся, мы не можем пока забрать твою сестричку. Но когда мы вернемся, вы опять будете вместе. Пошли, уже поздно, а нам еще надо попасть на рождественский ужин. Пошли, Анечка. Спасибо. До свидания. Анечка, до свидания тебе. До свидания. До свидания. Ну вот, видишь, все будет хорошо. Не плачь. Так, все, хватит ныть. Давай все убирай здесь и марш в комнату. Они правда приедут на Новый год? Что? Что ты там мемлишь? Сколько раз говорить? Спрашиваешь чего-то? Спрашивай хорошо, ясно и четко. Что там у тебя? Новый папа сказал Ане, что не приедут на Новый год. Елизавета, какая же ты наивная девочка. Они это сказали, чтобы не расстраивать твою сестричку. Сейчас уже они увезли ее далеко, в другой город. И не мечтай даже увидеть ее на Новый год. А сейчас давай, собираем все и марш в комнату. Летели годы. Как же больно вспоминать. Как бы я хотела вернуть то время назад. Я бы никогда не расставалась со своей сестричкой. Я же совсем не знаю, как ей жилось в своей новой семье. Любили ли ее? Так, что тут у нас? Как дела? А что это за слезы? Что случилось? А что случилось? Ничего не случилось. Давай-ка я тебе измерю давление. Дай-ка руку. Вот, молодец. Что-то у вас высоковатое давление, мисс Елизавета. А я думал вас повезти в кафетерию, но сейчас не знаю. Может, вы пойдете в свою комнату, будете в комнате и отдохнете. То к нам гости едут. Не хочу я сидеть тут в комнате. И нормально у меня давление, у меня всегда такое давление. Не буду я сидеть здесь одна. И вообще не надо меня вести, я сама могу пойти. О, ой. Стойте, стойте. Ой. Нате вам. Ой. Ну все же нельзя же так, мисс Елизавета. Такой праздник идет, а вы грустите. Ну пойдем послушаем, что нам расскажут наши гости. Садитесь вот сюда.
вот, детки, наконец мы приехали в дом престарелых. Здесь живут одинокие бабушки и дедушки. И будет неплохо, если вы подойдете к ним. А можно их обнять? Конечно, это будет замечательно, если вы их обнимете, спросите, как у них дела, благословите их нашим именем Господа Иисуса Христа. Только у меня одна просьба к вам. Мы когда зайдем, постарайтесь вести себя очень тихонечко и прилично, потому что, возможно, кто-то из них заболел, а может, кто-то и устал. И им будет очень тяжело слушать нас. Постарайтесь быть приличной и тихонечко. У кого подарочки? У меня корзина с подарками. Прекрасно. Не забывайте, мы идем рассказать им об рождении нашего Иисуса Христа. Детки, как же красиво вы поете! Какие молодцы! Слава Богу! Радуйтесь, мы принесли вам прекрасную весть о том, что родился Иисус Христос, Спаситель наш. Мы принесли вам подарки, как мудрецы когда-то Иисусу. А пока детки будут раздавать вам подарочки, которые мы приготовили, я бы хотел прочитать самую настоящую историю, которая произошла 2000 лет назад. Спасибо. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. И он будет велик, и наречется сыном Всевышнего. И даст Господь Бог ему престол Давида, отца его. И будет царствовать он над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». «Как же будет это, когда я мужа не знаю?» «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое святое наречется Сыном Божьим». «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Сирию Кириллу. И пошли записываться каждый в свой город.
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца. И спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал пред ними ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение!» Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. Пришли волхвы и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это,
Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который пасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете его, известите меня, чтобы и мне поклониться пойти ему». Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Вот такая самая настоящая история, которую я вам прочитал. Таким образом, в наш мир пришел наш Спаситель Иисус Христос. Какая прекрасная история! Это одна из моих любимых историй из Библии. Да, какая замечательная история! Я и не знала, что было все так на самом деле. Как хорошо, что вы пришли и рассказали мне эту историю. А вы знаете, что в Библии еще очень много чего написано об Иисусе Христе? И Библия – это вообще Слово Божие. Оно нас не только нам рассказывает об Иисусе Христе, но еще и учит нас, как нам жить, как поступать в нашей жизни. Учит-то оно учит, да не все учатся. Вы знаете, мы принесли с собой очень прекрасные экземпляры Библии. Мы с радостью вам их подарим. Детки, кого нету Библии, мы с радостью вам их подарим. Раздайте нашим гостям Библии. У меня есть Библия. Вот она. Она у меня очень уже старенькая, но ее я так люблю читать. Она и правда учит, как жить. В ней я нахожу и наставление, и обличение, и вдохновение. Это самая лучшая книга. Что это ты тут раскидываешь? Бумажки свои. А ну-ка дай посмотреть, что это такое. Вот. Ага. Это же моя фотография. Ты украла мою фотографию. Нет. Она украла мою фотографию. Пока мы здесь слушали нет, историю, ты ходила в мою комнату
и рылась в моих вещах. Это фотография моей семьи. Я ее всегда хранила в Библии. Эти две вещи очень дороги моему сердцу. Ты воровка! Ты украла мою фотографию. Как такое возможно? Вы же видели, я никуда не ходила. Правда, все? Мисс Елизавета, мисс Анна, что у вас здесь произошло? Она украла мою фотографию. А еще притворяется такой милой христианкой. Давайте я схожу к вам в комнату и посмотрю, все ли на месте. Может, вы что-то перепутали, и это не ваша фотография? Вы думаете, если я старая, то все забываю и перепутываю? Я эту фотографию недавно держала в собственных руках. Лиза? Может ли быть такое, что это моя Лиза? Смотрите, мисс Елизавета. Этого не может быть. Этого не может быть. Ты? Лиза? Ты моя маленькая сестричка. Это ты? Анечка? Анечка. Лиза. Сестричка моя. Анечка. Слава Богу. Неужели это ты? Сестричка да. моя. Неужели это ты? Да. Анечка. Вот видите, какой наш чудесный Бог. Две сестры встретились через много-много лет. Слава Богу. Анечка. Анечка. Я не могу поверить. Я тоже. Ты помнишь, я на этой фотографии нарисовала маленькое сердечко, чтобы ты всегда знала и помнила, что я тебя очень люблю. Да, да, я помню. Я всегда читала эту надпись. Да, и я тоже. Для Елизаветы и Анны 25 августа 1940 года. Помните, что мы вас очень любим, мама и папа. Да, это же я. Я так долго молилась, чтобы еще раз нам встретиться. И Господь ответил на мои молитвы. Я тоже молилась, Аннушка. Но Бог не отвечал на мои молитвы. Я перестала верить, я перестала надеяться, верить в чудо. И ты знаешь, я даже перестала любить Рождество, потому что, помнишь, мы с тобой разлучились прямо накануне Рождества. Да, да, я знаю, что так тяжело ждать, не зная, произойдет ли чудо. Но никогда нельзя переставать надеяться. Смотри, Лиза, какой добрый наш Господь. Мы да. не представляли, что можем увидеться опять. А Он подарил нам такую чудесную встречу в ночь перед Рождеством. Через 76 лет после разлуки. Да. Аннушка... Расскажи мне, как ты жила все эти годы? Как ты здесь оказалась? Да, да, я все-все о тебе расскажу. У нас еще будет очень много времени поговорить да. об этом. И ты мне все расскажешь о себе. Обязательно расскажу. Хорошо. Моя. Смотрите, смотрите, к нам еще кто-то идет. Здравствуй, мамочка. Доченька! Что это? Доченька! Сыночек! Детки мои! Ой, спасибо, что вы приехали! Детки! Сынок! Мама, ты прости нас, что мы так к тебе долго не приезжали. Рождество без тебя совсем как не праздник. Собирайся, мы тебя заберем к себе. Но я не могу с вами поехать.
Мой добрый Господь сделал мне еще один подарок на Рождество. Ты помнишь, я тебе рассказывала про свою сестричку Анечку? Вот она. Мамочка, тетя Аня! Да, я ваша тетя. Разве это возможно? Это тетя Аня. Вот это поворот. Вот это настоящее чудо. Значит, есть Бог на свете. Это она. О, друзья, вы знаете, что для нашего Господа нет ничего невозможного. И эта история с вашей мамой и тетей — это всего лишь еще одно подтверждение. Стоит молиться, стоит бороться. Даже если ответа приходится ждать, ну, очень долго. Вот это да. Вот это рождественское чудо. Ну, тогда мы забираем себе и мамочку, и тетю Аню. Можно? Да. Доктор, вы отпустите этих милых дам к нам. Ну, посмотрим. Посмотрим, что мы можем сделать для вас. Доктор, ну неужели вы оставите нас здесь, ну, такой вечер? Да, конечно, конечно, вы можете брать их на праздники домой. Но спасибо. Только одно я вас попрошу. Смотрите за ихним здоровьем. Хорошо, доктор. Если вдруг что-то, сразу же мне звоните. Счастливого Рождества. Хорошо, спасибо. Счастливо. Дорогие друзья, давайте мы поднимемся на наши ноги и споем прекрасную песню о рождении нашего Господа, о Рождестве Иисуса Христа. Я думаю, можете присесть. Скажем слава Господу. На этом история не закончилась. Она продолжается и сейчас. Слава Богу. Друзья, мы хотим от нашего коллектива, который принимал участие, поблагодарить вас сердечно за то, что вы пришли, увидели, услышали. Слава Богу. Также мы хотим поблагодарить наш коллектив, который участвовал в этом. Принимали, все, кто принимали участие, мы благодарим от имени церкви, от имени пастора. Слава Богу за все. Вы знаете, эта история нам говорит о том, что не надо оставлять надежду. Через много лет эти две сестры встретились. Также мы не знаем времени, сколько Бог определил для нас. Как бы сказать, может, у нас родные непокаянные или где-то разлука произошла. И мы не знаем времени, сколько Господь определит, кому как. Но мы должны надеяться и всегда уповать на Бога и молиться, не переставать. Да, мы понимаем, иногда нам тяжело молиться, когда мы молимся, просим у Бога, а Бог нам не отвечает. И у нас иногда опускаются руки. Но мы не должны опускать руки. Мы должны молиться, постоянно, непрестанно молиться, призывать, просить Бога о Его помощи. А Бог наш, Он слышит нас и дарует нам милость свою, как этим двум сестрам. Слава Богу за это. И я хочу прочитать место из Писания, написанное Иеремия, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду». Эти слова нам подтверждают, что только Бог знает время, когда Он определит для встречи, для призыва наших родных и близких. Мы должны уповать и надеяться на Бога. Слава Богу! Я думаю, мы будем сейчас молиться. Воззовем к Богу от глубины сердца за наших близких, за наших родных, дабы они, может, в следующем году, а может, еще и кто-то в этом году, а может, кого-то Дух Святой торкнулся с сердца в это время. Вы можете выйти наперед или поднять руки, за вас совершат молитву.
Слава Богу за это все. Давайте мы встанем и помолимся, сердечно помолимся, поблагодарим Бога за все то, что Он делает в нашей жизни. Ибо Он достоин, достоин славы, чести и поклонения. Великий Бог, аллилуйя, слава Тебе, Боже.